В целях ликвидации аварийности, трехсменности и дефицита мест в Туркестанской области в период с 2023 по 2025 годы планируется построить 96 школ. На настоящее время в регионе по программе 1000 школ ведется строительство 24 школ на 7500 мест. Из них в этом году планируется ввести в эксплуатацию 11 объектов образования. Строительные работы остальных 13 школ будут перенесены на 2024 год. Кроме того, за счет Фонда поддержки образовательной инфраструктуры будет проведено строительство 9 школ на 2050 мест, которые будут введены в эксплуатацию до конца года. С 2023 года по 2025 годы в целях реализации национальной пилотного проекта «Жайыл Мектеп» в области будет построено 63 школы на 49 тысяч мест. До конца 2023 года в Туркестанской области планируется ввести в эксплуатацию 20 школ. Напомним, по итогам конкурсных процедур по нацпроекту «Жайыл Мектеп» определены строительные компании по 19 школам из 28, которые будут введены в эксплуатацию в 2024 году. К сентябрю работы 17 школ будут завершены, а средства остальных двух школ перейдут на следующий год.